Ладно, ребят, собственно, давайте продолжим. Перед тем, кто только пришел, и пойдем проходить дальше. Основной сюжет Идолмастер Million Lives. Предыдущей части у нас была... В предыдущей главе у нас была Цугуми. И в этот раз у нас, как я вижу, будет Каори. Ну что ж, Гамбаримас! Смотрите, у нас тут боли. Ну, Искандер, мне нужно, чтобы Такана еще подошла, и я буду доволен. Так, звук. Звук на месте. Все. Так, поставлю мобильник тут. Норм. Вот так и заманивают все, кто. Ну, Матфей, ну да, именно так. Тут еще вопрос, что Хибики добавил это Бенто. Я не хочу знать. И я думаю, что вы все, наверное, не хотите знать. Так. Каори-сан. Ну, я думаю, тут переводить нечего. Вот ты где. Продюсер-сан? Что такое? У нее ужасно знакомый голос, ребят. Кто ее сэйю? Кого она озвучивала? Эй, продюсер-кун. Так, секундочку. Вообще-то я тут с ней говорю. Так, окей. Извини. Бецу ни мащи стане штане квакича ян да да каориса ни ханаши га. Я, конечно, очень прошу прощения, и что прерваю ваш разговор. Но мне нужно кое-что обсудить с Каори-сан. Так, Каори-сан, я решил поставить тебя следующий в центре. Это как её? Справишься? Э? В центре? Я в центре буду? О, это же круто, Каори. Поздравляю. Мы должны сегодня это отпраздновать. Что? О, круть. Каори-сан, поздравляйте. Так. Так, Каори Ариса озвучивает Каори. Не, ну голос у нее приятный, но такое чувство, что я где-то слышал ее. Вот где я хоть ту биси могу вспомнить. Это кто там? А! Слушайте, а к нам тут Лоли. Ну, короче, нужно отпраздновать от души. Нужно фейерверки пустить, чтобы отпраздновать. Каори, действительно, поздравляю. Каори-сан то ли будет, наверное, то ли становится известной певицей, точнее будет, наверное, все-таки будет. Каори будет известной певицей среди всех людей. И скоро об этом распространятся слухи везде. Это,
какая радость. И я нахожусь в одном и том же театре в 765 Pro вместе с нею и, короче, будем идеально прекрасными идолами. Я обязательно удостоверюсь в том, что пронаблюдаю за выступлением Каори в центре. Да нет, буду рядом с нею. Аригато. Ватасимо Ариса-чан тачи то онажи бутай ни татэру нанте. Тоттемо урэши. Так, большое вам спасибо. Я буду очень рада, если ты, Ариса, будешь со мной выступать на одной сцене. Так. Каори-сан, тогда? Хай. Мада айдору тосте мижуку на токоро бакари десу на. Коно ханаси хикиуке сасете кудасай. Да. Я пока что являюсь неопытным идолом, но позвольте мне действительно это сделать, и я попытаюсь удовлетворить ваше ожидание. Круто! Каори-сан, ты же понимаешь, что ты будешь в центре, ты не боишься этого волнения? Ты вообще не волнуешься? Но не сказал бы, что я не волнуюсь. Поскольку я до сих пор мало чего знаю и мало опыта у меня на сцене, но все же. Ух, не знаю почему. Но от Каори витает прямо эта крутость. Знаете, я вот смотрю на этих двоих лолей, Ариса и... Я не помню, не знаю, как читается ее имя. Хотя, скорее всего, оно читается так, как и написан. Но не факт. У меня такое чувство, что это две лоли, которые готовы тебя обокрасть, раздеть, связать и выбросить на каком-нибудь Токийском заливе. Я их боюсь. Они меня пугают. Это будет прекрасное выступление. Я должна приготовиться, чтобы перед камерами выглядеть как следует. Я же говорю, что эти двое вместе будут страшная сила. Я надеюсь, будет сюжетка про них, как они, не знаю, что-нибудь выкинут. Это будет топчик. Я вижу уже большой потенциал в них. Очень большой. И это пугает. Я прямо вижу, как они так... Продюсер там что-нибудь не то сделал. Да, погнали дальше. Так вот, я прямо вижу, как я в один прекрасный день продюсер что-то не то сказал, и они такие, ну все, тех она. Раздевает, связывает кляп в рот и закрывает в кладовке. А потом на следующий день вывозит каким-нибудь грузовиком. О, господи. Больные фантазии пошли. Ну, я типа успел прочесть половину. Итак. Джиноко... Эн ни муке те но рессо ну ва ова цу теру. Хадзон. Или хай...
Хачидзу. Блин, это так. Да. Хачидзу. Но нанон. Нано ни мада даре чидете конай джитсу рессен кана. Уроки перед... Нет. Выступление... следующее выступление почти настало. И уроки почти подходят к концу. Хоть еще никто не покинул место проведения уроков, поскольку кое-кто тут, походу, занимается личными уроками до сих пор. Мои уши! О, господи! Ребят, вы живы? Сейчас кровь вытеру. Так. Ну, вижу, это вы тут все еще стараетесь. Нужно правильно вдыхать и зажать живот при произношении чего-то там. Так что давайте еще раз и повысим... повысим голос. 1, 2, 3, вперед. Так, ну, да, хорошо справились. Ну что ж, ладно, думаю, на сегодня стоит закончить. Спасибо вам двоим за проделанный труд. Или вы двое хорошо постарались. Большое спасибо. Их действительно нужно так озвучивать. Так, Каори, Оцкари Самас, Самас Десу. Спасибо за усердный труд. Тамакито Арисатян, Оцкари Самас. Тамаки и Ариса-сан. Тян. Да, просто Ариса. Так прочел. Риса, хорошо постарались. О, продюсер. Я рада, что это вы услышали, как мы тут тренируемся, типа того, имеется в виду. Так, ладно. Как и... как и Йора... То... Тесуки... Тамаки... Кимоно Ариса... Ма... Шинкен... Дацу... Ноде... Вижу тут... Ариса Тамаки действительно усердно и серьезно тренируется. Нет. Ладно. Тамаки собирается на сцене выступить как следует. Вы видели, какие у нее навыки-то, а? Ну да, ребят, мы видели, какие у нее навыки. Хорошо, что есть текст, потому что ее речь хрен поймешь практически. Так. У нас еще кей первый. Это будет ну, первое выступление, так что на сцене смотрите там, не положить.
Так. Ну, вы увидите результат наших интенсивных тренировок. Каори-сан. Очень хорошо поет, поскольку она еще на пиано занимается и так далее. Короче, у нее был много опыта с этим. И поэтому, учась с Каори, мы, по сути, занимаемся особыми уроками, которые только с нею могут быть. Их. Вот я спою, сейчас стану идолом нормальным и буду очень счастлива с моими навыками, которые я качаю, будет ничего невозможного. Блин, господи, какой у него голос. Так. Тамаки вместе с Каори тренируется пению. И все, короче, дается легко. Блин, я ненавижу, как она разговаривает. Поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы ты большему нас научила. Большое вам спасибо. Я тоже, короче, очень рада. Ну, кстати говоря, Ариса-чан, разве ты не говорила, что что-то там, короче, нужно ей сделать? И, кстати, Тамаки, а разве тебе нужно поспешить уже домой? Что, уже такое время, что ли? Большое спасибо, Каори. Сан, я, Ариса должна идти. Господи, какой же у него противный голос. Чего? Так, Кайо, нет, Кори Кара, Айдарутя, но Акасу. Короче, на этом, наверное, заканчивается наша встреча идол, что ли, сегодня. Ну ладно, я валю. Ну, пока. Оябун. Почему она меня Оябун называет? Это же креперы, по-моему, типа того. Какая-то еда. Я не еда тут. Ладно. Оябун, Каори. Удачи. Давайте меня там еще как-нибудь поназовите. Так. Ладно. Так, Каори-сан, спасибо за усердный труд. Даже несмотря на то, что ты будешь следующий выступать в центре, ты очень усердно тренируешься, практикуешься в пении, параллельно еще уча других. Не нужно, пожалуйста, беспокоиться об этом, потому что вместе с Арисой-сан и Тамаки-тян я тоже извлекаю что-то хорошее, что-то для себя, и поэтому... Не волнуйтесь, будьте спокойны. Эти двое действительно
такие прекрасные девочки, что Ариса, что Тамаки, они такие добрые и жизнерадостные, что ли. Тамаки-чан ва ицумо генки де, чунсуй де, тоникаку кавайрашку те. Тамаки, она всегда такая энергичная и, ну, не знаю, миленькая и так далее. Каори, ты хочешь детей от меня, что ли? Извини, я не хочу. Каори-сан? Продюсер-кун, иру? Эйгё-но-сигото на кото де сотанштай кото гаору ндокетто. Продюсер-сан, тут, короче, насчет кое-каких дел я хотела посоветоваться насчет работы. Ара, Каори-чан! Нани-нани? Втариде нани уханаште тано? Мошкасте, корекара номи ни ику но? О, Каори-сан! Ну, что-что-что-что тут? О чем вы двое болтали тут? О, неужели вы то самое собрались куда-нибудь пойти? Слушайте, я хочу... Знаете, что с ней сделать? Не с Каори, а с этой где-то. Расскажу потом. С Каори... Так... Пучи Намко Куро Он Гаку Кой... Блин... Куё Цу Но Курто Ни Цу Те Анаши Тен Да. Ну, короче, я с Каори, короче, тут разговаривал насчет вот тут этой тренировки, практики, насчет этого урока и насчет музыки и 765 Pro и так далее. Пучи Намеко Про Унгаку-кёшицу? Я даже не знаю, как это можно переводить. Ива, пашо каэмашо? Насчет... Вообще тут переводится как музыкальный класс или музыкальная комната или типа того. Насчет музыкальной комнаты 765 Pro, да? Вот она как. Насчет того, что это место действительно... Продюсер-кун, мой шигото агари дешо? Куашку ханаши кикасете? Так, продюсера. Что-то насчет нужно увеличить количество работы и так далее. Ну, наверное. А вот Каори не против? Я думаю, да. Значит, ты пришла поговорить насчет вот этой работы? Ну, короче, насчет смена места, где мы можем поговорить. Не думайте, что нам стоит изменить немного места насчет, ну, где обсудить это дело. Такие разговоры можно проводить возле... Газичка, что ли? Окей, не понимаю. Что она имеет в виду? Коэно хонбан мо чикай но де осаке ва чотто хикаете окоу ка на тте. Ну, тут у меня кое-какой разговор был насчет следующей встречи, поэтому можешь подождать немного? Если я понял правильно, то она хочет, чтобы я с ней куда-то прошел. В какой-то магазинчик или типа того. Наверное, бухнуть, что ли. О, сокко.
ご飯だけならいいでしょ。ね。Да, насчет того, чтобы пошли и взяли бухло, да, действительно. А, ну тогда алкоголь нельзя. А, только что-то нормальное без алкоголя. Гоменнасай, Рио-чан. Я потом танцую фрицкио какунинсио то моттетано. Мне очень жаль, Рио-чан, но я хотел поговорить с продюсером насчет уроков хореографии, танцевые и так далее. Окей. Ну, короче, вот только прочел несколько фраз вперед, может понять нормально смысл перевести. Ну, короче, нам Рио-тян предложила пойти бухнуть и, собственно, пойти в магазинчик тут возле станции и закупиться бухлом. И вот. Но, так как я с Каори тут занят, она, типа, Каори, ну, мне с продюсером нужно поговорить, типа, тогда ты присоединишься к нам, мы пойдем тоже вместе куда-то потусим, но без алкоголя. Да ладно? Потому что она совершеннолетняя, вроде. Если кто забыл, совершеннолетняя в Японии, бухать можно с 21-го. Я не уверен в том, что у Рио есть 21, но ладно. Так, поговорить насчет что-то насчет хореографии, о чем же? Хай, сорени, тачичи а МС но нагаре мо кичинто миницуйте иру ка фуан де. Даме десу не, ваташи. Но... Насчет моего положения, я боюсь центра, боюсь быть МС, наверное, ну, в центре. Я не особо к такому привыкла, и я боюсь, я не справлюсь. Не может быть ведущей. В конце, я понимаю, что вы, продюсер, очень сильно верите в меня и надеетесь на меня. Каори-сан. Каори-чан нара хэйки да то умоу кедо на. Стэйджи ни тацу но датте наретерун дешо? Каори-тян, у тебя вот такие беспокойства, и ты так сильно волнуешься насчет этого. Но разве у тебя нету более-менее хорошего опыта в выступлении и так далее? Но я понял, что я Ну, насчет петь, это без проблем. Но вот быть в центре и быть ведущим идолом, это для меня в новинку и не особо много опыта. Само собой, зрители наслаждаются в первую очередь песней во время выступления, но все остальное тоже является очень важным для передачи чувств, которые ты вкладываешь в эту песню как идол. Рио-чан, сорени, Ариса-чан, Тамаки-чан тачи но кагаяки о тодокеру таме ни мо, ваташи... Да. Поэтому я думаю, что Рио-тян, Тамаки-тян, Риса-тян и так далее заставить вас помочь вам воссиять так, как следует на сцене. Я думаю, я не подхожу для такой роли, я не справлюсь. Конкурде утау но то ва зэнзэн чигатте ите.
何度練習してもちっとも大丈夫って思えない。Это отличается от соревнований по пению, просто где нужно тупо петь и все. Независимо от того, сколько бы я ни тренировалась, все равно я беспокоюсь, что не думаю, что у меня что-то получится. Каори-тян, я поняла, в чем. На что ты намекаешь? М? Это то же самое, как своего образа, который я, над которым я работаю каждый день, чтобы фанаты видели. Видели меня такой, какой я должна быть. Ты беспокоишься о своем образе, о своем внешнем виде, то, что ты неправильно покажешь себя не с той стороны, не сможешь показать себя истину, типа того. Насчет выбора одежды. Ты не знаешь, что взять, какую, такую более обычную или более сексуальную, или типа того. И... Понятно. Ну, короче, я помогу с этим. Так, слушай. Нужно смелости придать этой девушке или того, помочь ей с этим. Смелость девушки. Да, смелость для девушки. Быть смелым идолом. Я боюсь. Подумай, что меня могут заставить сейчас сделать. Ну, продюсер. Тут понадобится ваша рука помощи. Ну, я помогу всем, чем смогу. Я не знаю, что нужно... Нужно искать. Я просто знаю, что у нее есть талант. Типа того. Ну, конечно, надо поспешить. А то Каори же не терпится. Тогда... Ну, продюсер-кун ва ойтойте. Натчатта моно ва шоуганай ва йоне. Так, ну ладно, понятно тогда с вами продюсер. Тогда ничего не поделаешь. А то ва ториайзу тобиконде минай то. Нани га ару ка вакаранай кара. Не?
リオちゃん、すごいわ。そんな風に勇気を出せるなんて。Короче, она ей помогла последней фразой. Я не могу ее перевести физически, поэтому я просто пропущу, пойдем дальше. Да, Рио Тян, ты действительно крутая, офигенно. Ты действительно подбодрила, как-то так. Ну, тогда все типа хорошо. Итак, это у нас считается как... Как же оно читалось? Короче, тогда сделаем так, как Рио сказала, типа того. О, тут полная фраза. Так, Рио, я думаю, ты действительно замечательно справилась со всем. Ну, смотрите, кто у нас тут решил заговорить. Хорошо, тогда сделаем... придадим смелости этому идолу как следует. Айдолоч... нет. Ките... Току шоу бун... Ну, дес... Тогда нужно завершить все подготовления перед важным сражением нашего идола. Наверное. Хай. Да. Накамото и еще ни Сурутейджу, ни Тате. Когда ты появишься на сцене вместе со своими друзьями и будешь выступать, ты будешь окружена гостями, которые все будут смотреть на вас и поддерживать изо всех сил. Следующее, понятно, идоло. Поэтому я думаю, что в твоем первом выступлении ты сможешь высиять сама без проблем. Я буду стоять перед всеми гостями в первый раз. Да уж. Действительно, идол, что будет сиять. Это не то, что можно вот так взять и натренировать. Это то, что ты имеешь в себя, этот свет, который ты можешь зажечь. И этот луч света я смогу только перед всеми этими людьми зажечь, что ли. Короче, хернёй страдаешь и вперед заниматься тем, что нужно. И Каори, помни, что ты не одна. С тобой Ариса, Тамаки и все остальные. Поэтому Ариса, Тамаки и ты, Каори, Сан. Вы будете восполнять... как сказать, пустоту друг друга.
и вместе станете очень сильными. Да-да-да. Если вы будете вместе, вам не о чем беспокоиться. Ой, господи, Рио-чан. Продюсер сам, спасибо. И тебе, Рио-чан, большое спасибо. Смелость девушки. Смелость идола. Я возьму этот челлендж и пойду вперед. И завоюю все. И мы вместе, как идолы, объединим свои усилия для того, чтобы показать, насколько мы сильны и насколько мы едины перед всеми. Все вместе. Окей. Мы придали ей смелости. Челлендж, вызов. Тир, не придирайся к деталям. Так, ну, последние подготовки почти закончены. И новые идолы готовы зажечься, грубо говоря. Так. Каори смогла взять себя в руки. Смелость. Стать смелой вместе со всеми для того, чтобы пойти на это выступление. И погнали. Окей. За исключением пару моментов, которые непонятные были в целом. Окей. Ну что ж. С Каори было все-таки меньше проблем, чем с остальными. С Каори пока что меньше всего было, как по мне. Хотя Мирай, это я даже не знаю. Она тупо не знала, что такое центр. Ну что ж, заценим песню. Yeah.
Неплохо, неплохо, очень неплохо. И слова как раз под ивент даже. Да. Ну, Ниблер, как тебе? Мне интересно, почувствовал ты ли что-то или нет? Душу в этой игре. К сожалению, видно, что кто-то пытался вложить в песню душу, но не в игру. Ну да ладно. Итак, Каори-сан но Хацу Сента Каова Цута. Короче, первое выступление Каори в центре подошло к концу. Никотона Кощо Юде. Ну и все гости были очарованы замечательным замечательным исполнением этой песни со стороны Каори. Ариса была удивительна. Удивлена. Удивлена, тронута или типа там. Так, потому что песню написали до того, как Айдолмастер сменил курс на это. А! Так, ну, Ниблер, с этим я согласен. Насчет того, что вот дело говорит, то что тут одна и та же история, по сути, повторяется совсем насчет выступления в центре. Ну, это как-то задолбает уже. И, как я понимаю, все главы, которые будут вперед, именно будут про это, не будет про что-то другое еще, как в предыдущих частях. Понятно, да, но нужно как-то это развивать. Ну, ладно. Как минимум, это помогает ему раскрыть персонажа лучше и даже песни лучше проникнуться, что ли. Правда, рекомендую почитать слова этой песни вам в интернете, если найдете перевод где-нибудь. Так, мы до 45 уровня так будем по центрам. Ну нафиг. Ладно, давайте продолжим. Ну, короче, прекрасное выступление в центре. На сцене. Тамаки было очень весело. Ладно, придется почитать, потому что не разбирать, что она сказала. Утао, ките, руто, кате, никарада, я, угой, коча, танда. И когда она слышала эту песню, и прямо ее все тело дрожало. Да уж. Каори, давай снова выступим вместе. Ариса-чан, Тамаки. Спасибо. Я тоже действительно была очень рада, что имела возможность с вами всеми выступить на одной сцене. Тут придется перевернуть всю фразу. И также я смогла понять ваши чувства во время в это время. Ну, короче, смогла их понять. Ты действительно смогла
засиять вместе со всеми остальными. Это было действительно воистину прекрасное выступление Каори. Да, для твоего первого выступления в центре это было действительно фантастика. Ну, собственно, что можно было и ожидать от нашей Каори. Ой, да ничего подобного. Перестань хвалить только меня, Рио-тян. Потому что... Смелость девушки. Смелость идола. Я смогла набраться этой смелости благодаря тому, что вы все мне помогли набраться ей. Вот именно. Потерпим мы неудачу, или будет у нас грандиозный успех. Я по-любому с вами до конца, девочки. Так, между ними, короче, что-то произошло. Так, Рио-сан, а ну, подробности. Короче, идите лесом. Эй, постой! Я хочу знать, расскажи. Ее реально хрен поймешь. Господи, ну я озвучу, конечно. Ладно, все, поговорим с Каори. Все, кровотечение закончилось. Ну что ж, выступление подошло к концу, но вижу, что все довольно энергичны, довольно полны энергии, энергичны все еще. Продюсер? Да, что такое? Я на своем первом выступлении... смогла... что-то понять и принять какое-то решение. Ой, блин, твою ж мобилку за ногу. Тачскрины. И какого рода мир ты видела? Короче, видно, она сказала в предыдущей фразе то, что я увидела новый мир для себя или типа того. И продюсер сейчас спрашивает, какой мир ты видела? В этой аудитории я видела кучу улыбок на лицах гостей. И было такое чувство, как будто я нахожусь в совершенно другом, отдаленном мире. Мире счастья, наверное. Сейчас, секунду, я проверю одно слово. Потому что не хочу. Слепительный.
то, как сияли сердца всех, просто ослепляло. Это действительно был мир, который был наполнен радостью, наслаждением. Как идол, сиять на сцене. Это действительно то самое место, которое позволяет тебе, ну, грубо говоря, на секунду очутиться в другом месте, что ли, пожить, почувствовать счастье, короче, почувствовать радость, забыть о проблемах, о всех несгодах и так далее. Вот, знаете, вот это золотые слова, именно это я ощутил впервые, поиграв в Idolmaster и послушав первые песни, потому что тут они действительно были хороши, ну, во вторую часть. Да, я с тобой действительно согласен. Продюсер-сан, я хочу бросить вызов. Нет. Я хочу принять вызовы, которые меня ожидают еще впереди, и преодолеть их. Сегодня я почувствовал этот трепет, и я хочу испытать эти чувства сегодняшние снова. Блин, прекрасно. Так, давай испытаем это снова. Продолжим твое приключение, и я помогу тебе с этим. Как-то так, грубо говоря. И будем стремиться дальше вперед, не оглядываясь. Да, большое спасибо, продюсер-сан. Да не за что. Итак, после того, как Каори смогла одолеть этот вызов, спеть впервые в центре перед всеми, и она получила действительно кучу удовольствия, она насладилась этим сама, и передая это наслаждение всем остальным. Так, а вот и до тех пор, ну короче, я продолжу делать все свои, своих сил для того, чтобы поддерживать Каори и всех остальных. Ей, мы прошли пятую главу. Блин, хорошая глава, мне понравилась. Она была довольно интересной. А знаете, что еще круто? Или не очень. То, что нам эту игру дофига стримить еще. Лет 5. Да, я выполнил панель Мишин. Собственно, ребят, я выполнил последнюю. Или нет? Да, точно. Да, кстати, я тут... могу уже трансформировать несколько идолов. Я решил это оставить для стрима, чтобы сделать это вместе с вами. Ну что, ребят, погнали? Лет 5. Ну, Искандер, я думаю, что эта игра продержится. Как минимум 5 лет. Итак, ну что ж, первую я трансформирую Таканы. Прокачаем.
Анилин, посмотри на Идолмастер Синдерелла. Сколько ей лет? Уже третий пошел, по-моему. Или четвертый уже пошел. Ай, блин! Я не хотел пропустить, я хотел на паузу поставить. А, стоп. Я стану идолом, который объединят все сердца в нечто единое. Круто. Ну ничего, тут повторяется, так что хорошо. Так, давайте Чихай обновим. Почему бы и нет? Так, вперед к новым начинаниям. Заранее благодарю вас за старания, продюсер. Как-то так. Ей. Микки. И да, кстати, я заметил, тут не нужно ставить паузу, она сама, окошко не исчезает, пока ее не сам не скипнешь. Я даже не знаю, как это перестить. Короче, продюсер, смотрите. Сегодня... Ну, не знаю, Микки удивит вас, что ли. Покажет себя с другой стороны. Ну и... Нормал Цугуми. SSR-ку Цугуми не скоро прокачаю, мне кажется. Я не знаю, где его найти, там зеркальце. Анилин, вообще-то это нужно для того, чтобы ивент открыть. Блин. Я опять забыл, что тут... Я чувствую, как... Нет, наконец-то. Я чувствую, как мои чувства накаляются. Я не знаю, как по-другому сказать. И как я иду к своей мечте. Как-то так. О, нет, смотрите. Вообще-то у меня уж... Блин, ребят, смотрите. Тут одно зеркальце осталось. Максимус, ты не знаешь, где их лучше всего выбивать? Еще на работах. Я не знаю, где этих двоих выбил. Не обратил внимания. Но... И, кстати, у меня Макото тоже готова для прокачки. Ну, почти готова. Осталось ей наполнить вот эту полоску. Донат нет? Донат? Эта игра донат от меня не увидит. Окей, погнали тогда на работах. Так. Только тут сделаем перерывчик небольшой. Так что продолжение следует.